Приветствую, друзья! Возвращаемся в Dragon Age. За кадром я быстренько слетал перед началом записи, собственно, в Skyhold для того, чтобы выдать задание на... Ну, связанное с этим, это как раз с пересечением серных ям. И, по идее, сейчас они уже не должны стать для нас проблемой. Но не сорвись. Но сначала я хочу здесь уже осмотреться. Уж коль скоро я тут начинал разбираться с этим ориентиром, то давайте с ним... Оп, разберемся. Вот и он, ориентирчик. Что? Неужели всего лишь второй? Ну, хотя бы третий. Окей, хотя бы третий. Третий, это, знаете ли, не первый. Так, спуститься вниз. Аккуратненько. Аккуратненько еще. Так, замечательно. О, фрагмент мозаики. Тевентерская булава, кровопускающее кольцо. Ну, так себе фигня, конечно. Признаем, да? Так себе фигня. И тут тонкий намек на то, что вот вниз не надо. Такой, вниз не надо. А, окей. Давайте тогда вернемся в этот лагерь сейчас при помощи быстрого перемещения. Живенько осмотримся тут. Вот этот ориентир меня живо интересует. Я просто не понимаю, потому что так. И пойдем вот сюда. К этому вопросику. Так, стоп. Да, вот сюда. А, здесь же еще разрыв было видно. Это, кстати, может быть, я сейчас к нему и иду, к этому разрыву. Ну, по крайней мере, вот тут совсем неподалеку видно разрыв. Великанская лестница. О, вот эти штуки. Давай, глазпин. Получи, распишись. И глазпинище. Проснулся. Смотрите, проснулся. Сейчас побежит. Не побежит нифига. Побежит. Но это ему не поможет. Неудачно. Кожа, игла, спина. Смотрим, что у нас тут. А, тут у нас ориентир, конечно. Оп. Башня Жорес. Так, ну давайте займемся. О, трупаки. Займемся разрывом. Привидение. Так, отлично. О. Огоньком меня. О, глупо как. Ой. Ну, бык, ну что ты? Подводишь-то так, а? Чё-то, знаете, вот этот вот момент с быком как-то не очень. Чё ж ты дохнешь-то? Идиотина. Нет, может я, конечно, как-то его неправильно вкачал, но тем не менее. Как говорится, ложечки нашлись, но неприятный осадочек-то остался. Улучшенное кольцо, молнии. Так, ладно. Стоп, а что это такое тут валяется-то? А, добычка еще. Давай. Эссенция сумрака. Так, сюда. Там, по идее, должна быть какая-то пещера. Насколько я могу судить, где-то здесь должна быть пещера. О, так, мы по лесенкам, как белые люди. А вот и пещера, да, я знал. Я знал, что это будет пещера. Лазуритик. Стоп, это что такое? Тут ориентир. Спуститься. Во, спуститься, все отлично. Пять из 15. Ну ничего, так на самом деле бодренько пошли ориентиры. Дофига веретенки, кровавого лотоса и корней смерти. Давайте корней смерти себе поднаберем немножко. Еще корень смерти.
Вдруг пригодится. Все может быть так. И вот там еще вижу, да, корень? И даже не один. Сюда. А, это как раз тот перекресток, на котором я пошел вот в ту сторону под аркой каменной. А сейчас вот я в другой стороне. Фенька бегает. Пушай бегает. Пусть живет. Если только случайно не раздавлю. Так. Ой, вот мешочек еще. Рядом с телом. Люстр. Нет, люстр брать не буду. А вот сюда пойду. И здесь у меня найдется, по-видимому, еще один ориентир. Так, стопэ. Что это такое? По следу церкви. Обязательно сходим. Так. Какая-то подозрительная тишина, честно говоря. Ну давай. Шесть из 15 уже. Довольно динамично пошло, довольно динамично. Так, и добычу. Кто здесь обитал, интересно? Элитная наемничья куртка, да? Кинжал уклонения, тоже неплохой. Стоп, а это что за... Это ничего. Ну ладно, тогда выходим наружу. Да фига тут этих глубинных грибов. Чего-чего? Ну да, глубинный гриб. Что ж. Здесь таким образом все. Быстрым путешествием, наверное, лучше не пользоваться, потому что получится дольше. Проще выбежать. Но правда, здесь сейчас нужно будет еще по лестницам забираться. Ну ладно, это, я думаю, мы переживем. Вороны, кстати, большие вороны. Прям хорошие такие большие вороны. Так, поставлю пока меточку на последую церкви. Would you prefer me bound and leashed? I'd like dinner first. Hopefully before you sewed my mouth shut. Так, так, так. How much you keep yapping. А какой у них conversation, призабавнейший. О, правильно, мочите гиену. Мне нужно что-нибудь, наверное, оборонно генерирующее просто быку. Приобрести все и все дела. Инвизер поднимает клубы пыли. Ничего у тебя не получится. Ставку командования. Калин. Калин готов отчитаться. Все, нет, еще не все. Вот так тебе. Добиваем. Все. Вот теперь точно все. Ну кто-то сюда идет? Гиена. Всего-то лишь. Так, берем. Че, зря я убивал, что ли, в конце концов? Рассмотреть. Ну, по идее, все, должен был переместиться маркер уже. Еще одна гиена, но пошла на нафиг эта гиена. О, и гляделка. Которая покажет мне осколки в том регионе, который я, блин, уже осмотрел. Гиену сквозь ящики убиваем. О, как мы. Какие мы дерзкие. О, так, 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 два спин. Ладно, черт с ним. Хватит драться. И глазпинов мы здесь еще поубиваем, так что ничего страшного. О, глаз. А я попал в него, похоже. Ну сейчас вот точно. Давайте сразу прицельно таким. Бах! Все, готов. Хороший глазпин. Хороший глазпин, мертвый глазпин. Обойти будет пытаться, но я его вижу.
Разрывным. И тебя тоже. И тебе досталось. Ха-ха, да. Отлично. Так, берем ориентир и смотрим сквозь черепушку. 7-й уже, да? 7-й из 15. Ну, фактически половина. Ну, давайте теперь искать. Так, о, первый уже найден. Второй. Так, и третий. Где же? Вот же третий. Смотрим. Ну, я, наверное, сейчас осколки... Вот куда он мне покажет? Туда куда-то? А, туда можно сбегать, в принципе. Не так уж проблематично. Давайте. Куда ты пальнул? Я ж целился в гиену. Во сне, все. Ну вас нафиг. Хорош, так. Берем этот осколок. Стоп, корень смерти. Я их зачем-то подбираю. Не знаю только зачем, но подбираю. Авось пригодятся. О, стоп. А вот это уже что-то такое, многообещающее. Куда таким образом я выйду? Неужели оно все там наверху? Может так оказаться. Сбегать, что ли? Посмотреть проход Назера. Да как бы, может, конечно, и нет, но почему бы не проверить. Так, а еще если повыше? Вот тут вот, вот что это такое? Шахтер, убитый киркой в голову. Отлично. Замечательная картина. Жизнеутверждающая. Окей, задний ход. Так, вот куда меня это приведет, интересно? Как-то непонятно. Там вроде как есть дорога, но непонятно, куда она ведет. Давайте-ка проверим. Потому что если дорога есть, то она куда-то ведь ведет, правильно же? Вот это вот. Вот куда ведет эта дорога? Блин, я здесь был. Точно, ну вот же. Оказывается, здесь можно было так пробежать, и я думал, все, тут бездна, которую нужно обходить с другой стороны. Каким глупцом я был. Так, если наверх. Ну, откуда я, собственно, и спрыгнул? С проход Назера, да. Идем. Идем по проходу Назера. Все выше и выше и выше. Пара иглоспин вожак. Тут все, вот это уже, по-серьезки. Консольку случайно открою. Так, я сейчас с высоты фигачу. И это дает мне некоторое преимущество. Только вот вожак что-то на меня нацелился прям стрёмно так. Буду уходить от него. Нет, те двое тоже не уйдут. Быка опять съели. Слушай, ну варика так не сжирали, честное слово. Это не круто. Но я тебя подыму, быка, ладно. Но у меня, знаете ли, стойкое желание вернуть варика в пати. Потому что бык... Бык, ну не подыхай ты как бы еще раз-то, да? Это будет как-то совсем уж стрёмно. Сдохнуть в рамках одной битвы дважды-то. Совсем не круто, бык. Нет, я не исключаю вероятности, что может быть... А, игла-игла-спина вожака. Так мне нужно несколько вожаков найти. Вот в чем дело. Так, а вот настолько высоко я могу? Нет, уже не могу. Ну, давайте сейчас по этому вот уступчику. По серпантину. Так. Разрыв. А стоит ли мне уходить отсюда? Ну, я в том смысле, что... Ну, вот и чё, я сейчас убегу.
куда-то там дальше к лагерю. А зачем? Мне ж проще постепенно все это дело раскрывать. А то потом бегать туда-сюда, туда-сюда, обратно. Нафиг надо так. Так что возвращаемся. Глазпин обычный. Стоит ли бежать за осколком? А давайте сбегаем. Так, даже на коне причем. У нас как у не, блин. Ладно, я все равно буду говорить на коне. Хотя он несколько даже верблюда напоминает, честно говоря. Че, с кем воюю? Только не убегай. А, блин. Дубль 2. Все. Скакали. Галопирующий ты мой. Ой, ё-моё. Вот там вот осколок. И как я его буду собирать? С какой стороны, вот мне что интересно. Туда надо заходить, с правой или с левой? Пробую с левой. Да, во, лесенка какая-то. Точно, оттуда. Наверняка. Оба. Лапки-то подвернул. Перевал Валимона. Вот через перевал Валимона. Вот наверх сейчас, наверх. Давай, родненький. Да, во, все. По лестницам вас забираться не научили, поэтому дальше я сам. Лазурит, кстати, он соберущийся. Отлично. 5 лазуритиков. Опа, прочесть. Суровая записка с предупреждением. Есть осколочек 5 из 15, а тот, соответственно, следующий будет 6 из 15. Для этого мы переместимся вот сюда, так будет быстрее всего. Это будет 6 из 15. Ну, довольно-таки нормально, на самом деле, идет. Не так уж много, так. Сейчас только надо понять, где он. Ага, вот так вот, да? Но это не трудно. До этого легко добраться, без особенного паркура обошлись. Гиена. Да не, ну кого ты, ну гиену же надо было. Ладно, черт с тобой, гиена. Живи, гиена, будь ты проклята. Так, и коника сейчас вызовем. Че, не вызовем? Нет, вызовем. И смотрим. Куда ж нам пуститься дальше-то? Вот здесь что у нас такое? Там лежит бездна. Все серые стражи слышат. Так, давайте сюда сначала сгоняем. Чтобы очертить. Чтобы очертить. Было бы круто, если бы можно было еще как-то, ну, хотя бы минимально, не знаю, на коне сражаться. Но это уже Mountain Blade пошел бы, конечно. Окей, да? Но было бы круто. Здесь я, по-моему, не воевал, даже не разглядывал ничего. Так что давайте повоюем. Уйдет он вис, нет? Вот тот вот. Правый. Нет, это боец. Тогда снимаем стрелка аккуратненько. Смотрим, что за добычка у него была. Глянцевый хлопок. Да, и вот эти записи. Я еще, кажется, не рассматривал. Корни смерти. Что-то мне уже надоело их подбирать. Это, наверное, вот эти последние, которые я более-менее активно собираю. Дальше не буду больше активных собирать. Черт, нафиг они мне сдались. Еще не забудь бы, что у меня тут целая, между прочим, крепость, которую нужно захватить. Да. О. И добить. И единичкой. И все, готово. Их было вроде бы всего двое, так что не проблема. Ну круто, каньон такой прям. Причем как будто металлический местами.
Песчаные равнины. Исследуйте храм Думата. Ну, вообще нет, я не буду его пока что исследовать. Он вообще не здесь. Хотя бы просто поэтому. Змеевик. А, тут мост. Ну ладно. Что же змеевик? Нет, змеевик это фигня. А вот и серый страж, с которым у меня... Ой, встреча. Случайно попал. It has to be blood magic. I hope we can stop them before more people get hurt. You take point. I'll guard your back. А чё, давайте, почему бы нет? Кшон пошел. Давайте. Раз уж я сюда случайно залез, то давайте разбираться. Ух ты ж, ё-моё. Wait! No. Warden Commander Clarell's orders were clear. This is wrong. Remember your oath. In war, victory. In peace, vigilance. In death. Что убьют? I'm sorry. Sacrifice. И разрыв торчит. Отлично. А, они вызывают демона. Прелесть какая. И тут появляюсь я. Inquisitor, what an unexpected pleasure. Lord Livius Edamond of Virantium, at your service. You are no warden. But you are. The one Clarell let slip. And you found the Inquisitor and came to stop me. Shall we see how that goes? Стража, он лжет вам. Wardens, this man is lying to you. He serves an ancient Tevinter Magister who wants to unleash a blight. That's a very serious accusation. Let's see what the Wardens think. Wardens, hands up! Hands down. Corypheus has taken their minds. They did this to themselves. You see, the calling had the wardens terrified. They looked everywhere for help. Even Tevinter. Стрелу в лоб. Yes, and since it was my master who put the calling into their little heads, we in the Venatori were prepared. I went to Clarell full of sympathy, and together... We came up with a plan. Raise a demon army, march into the deep roads, and kill the old gods before they wake. Демон зависти показал мне это. А, это армия демонов. Ты обманул их. So you manipulated the wardens to build an army of demons for Corypheus. Just so. Sadly for the wardens, the binding ritual I taught their mages has a side effect. They are now my master's slaves. This was a test. Once the rest of the wardens complete the ritual, the army will conquer Thedas. Ты покойник. Давай делай свет похоже. Отпусти стражи. Или узнать. Давайте разузнаем. Ой, нет, фигня какая-то. Зачем это тебе? Зачем убивать древних богов? О, зачем убивать древних богов? Why would the wardens try to kill the old gods? A blight happens when dark spawn find an old god and corrupt it into an archdemon. If someone fought through the deep roads and killed the old gods before they could be corrupted, poof, no more blights, ever. The wardens sacrificed their lives and saved the world. Although I fear history will remember them a little differently now. Отпусти стражей. Release the wardens from the binding and surrender. I won't ask twice. No, you won't. The Elder One showed me how to deal with you. In the event you're foolish enough to interfere again. That mark you bear, the anchor that lets you pass safely through the veil, you stole that from my master.
He's been forced to seek other ways to access the Fade. When I bring him your head, his gratitude will be... И да начнется бойня. Kill them! А сам, конечно же, ушел. И давайте сразу начнем с того, что закастуем на вот этого урода. Так, тут что-то еще спрятано, к тому же, как я вижу. To listen to reason. You were correct. Through their ritual, the mages are slaves to Corypheus. And the Warden warriors? Of course. Sacrificed in the ritual. What a waste. Их обманули. Erymund lied to the Wardens. They were trying to prevent future blights. With blood magic and human sacrifice. The Wardens were wrong, Hawk, but they had their reasons. All blood mages do. Everyone has a story they tell themselves to justify bad decisions. And it never matters. In the end, you are always alone with your actions. I believe I know where the Wardens are, Your Worship. Erymund fled in that direction. There's an abandoned Warden fortress that way. Adamant. Отлично. Найдем их. I want these wardens. We cannot let Corypheus gain an army of demons. The warden and I will scout out Adamant and confirm that the other wardens are there. We'll meet you back at Skyhold. Отлично. Хорошо, договорились. А я пока осмотрюсь. Тем более, что... Тут от меня, блин, что-то прячут. О, почти, 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 смотрите. Влияние почти прокачалось. Так, рассмотреть. Письмо стража. Взять все. И что же тут? Еще бутылку какую-то прячешь, что ли? Конечно. Коллекционное бухло спрятали. А, и все, здесь больше как бы ничего и нету. Призываем. А, здесь нельзя коня вызывать. Странно, в каких только местах его нельзя вызывать. Вот. А здесь почему-то вот нельзя. Ну ладно. Хорошо. 8 из 15 ориентиров выставлено. Немножко оббегу здесь и посмотрю. Нет ли чего интересненького? Так, о, можно здесь вот рассмотреть табличку мемориальную. Стражи врат. Ну, здесь, видимо, нет. Коников все еще нельзя, потому что я не вышел за пределы вот этих вот, вот этого вот мостика и врат. Так, и ладно, куда дальше? Куда дальше путь держим? Белый коготь. Давайте убьем белого когтя. Убить. Убить их всех. Все. Бычара пригвоздил его просто. Так, что тут у нас? Мне кажется, ориентир может оказаться. Ориентир, да, точно ориентир. Ну, корень смерти, ладно, раз уж я тут пробегаю. Раз уж я тут пробегаю, что бы не взять? А, и разлом, отлично. Сейчас еще и разломчик закроем. 9 из 15, и остается уже 6. Я тогда удивлялся, что был там 1-2, а уже все, уже как бы остается 6. Это уже в полтора раза меньше, чем я на текущий момент... Открыл. Так, посмотрим на карту. Тут ориентир, наверное, все-таки можно было взять. Сюда тоже нужно будет еще сходить. Но сначала вот сюда, да, на юга. Давайте. Потом вот этого парня. Разрывным. Вот правильно, духа. Точнее, привидение. Лезьте, новенькие.
призраки. Ух, столпились хорошо. Прям очень кучненько такие красавцы. Как раз под разрывную. Закрываем. Отлично. И что, никакой добычи, что ли? Только вот здесь вот и все? Ну ладно. Так. Смотрим. Наверное, к лагерю пойдем. Вот это что такое? Драконология. Как приманить дракона. По следу церкви. Да, пойдем туда, пожалуй. Хотя вот в той стороне. Давайте-ка немножечко тут проедемся по-быстрому. На драколиске. Загалопируем на драколиске. Вдруг тут что-то еще обнаружится. Сильно сомневаюсь, но мало ли что. Нет, нет ничего. Буквально обрыв. Так что галопируем отсюда. Все. Полетели. Так. Тут еще достаточно ведь много осколков должно быть. Насколько я помню. Больше, по крайней мере, чем я уже нашел этих осколков. Все, вот он лагерь уже здесь. Пора спешиться. Потому что вдруг лагерь охраняют. Нет, лагерь не охраняют. Not a bad spot to camp. Оп. Разбили лагерь. Nothing to report, sir. Сохранились. И смотрим, что у нас вот тут. Вот если я сейчас просто, в принципе, посмотрю. Там как-то непонятно вообще, можно туда пройти, нельзя туда пройти. О, ну, по крайней мере, добыча тут есть. То есть, в общем, не зря сходил. Поезд здоровья. Кстати, что у меня с инвентарем? 59. Очень вовремя посмотрел. Надо будет обязательно сходить... Размусориться. Так. О! Находилка осколков. Ориентир. 10, да, по-моему, уже. Да, 10 из 15. Я даже знаю, где 11 из 15. Ну и 4 это уже так. Исследователь. I think I found your supplies. A dead man out in the desert had these on him. Dead? Blessed Andraste. What about Marcus or Jeanette? This is terrible news. I am terrible. Foremost researcher of draconology in Orlais. I came here with an expedition from the university. But the others are all missing, and our work has been halted. О, десятый. Драконология, миссия завершена. Will help me reclaim the equipment, will you not? You will champion the advancement of science. Я нашел ваш припас. I have the supplies you were waiting for right here. Now that I have my recipes back, I'll be able to concoct a bait. Что же, дракона призовем, что ли? I have most of what I need, but I still need to gather quillback Феникс. И тех и других я уже убивал. Расскажите мне о драконах. You study dragons. I'd be interested in hearing more about that. Oh, they are fascinating and little understood creatures, thought extinct for centuries. Now they seem to be making a comeback. The Nivarans wrote extensively on breeding and nesting behavior, but high dragon hunting patterns have never been studied. I would be most interested if you come across any Gurn corpses that might be victims of dragon attacks. Mm-hmm. Я принес ингредиенты. One tail feather and one patch of intestines. As requested. My friend, you are invaluable. I will certainly note your assistance in my monograph on the High Dragon. I will attempt to lure her out as soon as my background research is complete. Mistakes could be deadly.
The ancient Tevinters wrote volumes on the study of dragons. I believe they had a laboratory in this desert. If only their work had not been lost. Truly, the blights set the field of draconology back centuries. Deplorable. Ну, мне пора, ладно, черт с тобой. Чокнутый любитель драконов. Так, последуй церкви. Обязательно надо. Вот этот вот камушек осмотреть. Все, камушек осмотрели. Найдены следы дракона теперь. Ох ты ж, ё-моё. Нет, этим я, конечно, уже за кадром скорее буду заниматься. Так, последуй церкви. Это что такое? Услуга для чародейки. А, здесь помнится. О, ну все, отлично. Вот этим мы сейчас как раз займемся. Вот этим мы сейчас можем заняться. И услуги для чародейки, и задание Блэквола. Отлично. И то, и другое вполне себе будет мне по силам и вполне соответствует моим текущим задачам. Так. Где этот камень церковный? А, вот он. Ну все, камушек я, похоже, тоже осмотрел, да? Следующая вот здесь появилась, последняя церковь. Но я пойду вот сюда. Окажу чародейке услугу. Угу. Почему бы нашей Вивиен не оказать услугу? Так... Здесь какой-то фолиант необходимо найти. Кстати, это будет уже заключительный фолиант. И вот он, судя по всему, да. Вернитесь к Вивьен. Все, это задание выполнено. Здесь у нас ориентир и какая-то, по-видимому, карьер. По-видимому. О, под землю уходит. А можно туда? Не, давайте-ка сначала осмотримся снаружи, возьмем карьер. Люстр. О, так, сундучки какие-то. О, и вообще тут красный лириум. Ну так вот, между делом. И Жозефина уже готова отчитаться. Прекрасно, так, эти сундуки для меня бесполезны. Вообще для всех бесполезны. Так, возьмем добычу. Обязательно так, с дальнего конца стола он до добычи не дотягивается. Подойдем к ближнему. Так... Древний полевой дневник. Что-то внутри уже идет. А, вот он, карьер. Так, а можно ли... Нет, спуститься нельзя, и слава богу. Потому что, блин, прям... Ну, как бы, я не знаю, тут как-то... Чуть ли не бездонное ямище какое-то. Лазурит. Окей, все. Вот в этом, вот в этом вот небольшом кусочке мы, получается, все изведали, осмотрели, сделали, что возможно. Враги вдруг появились. Пираты. В инвизе, смотрите, лазят. Оп! Поймал одного. А второго? А второго? Где он? Он здесь. Непонятно. А, меня проглючило. У него... Это не кукри, что ли? Фига себе. Крутые ребята. Так. Последую церкви. Чисто чтобы увидеть, куда мне покажет этот маркер. Потому что сначала я сюда побегу. Мне интересно, что здесь. Люстр совершенно. Это неинтересно. Найдены пустоши. Ого. Василиски лазят и фигачат колонны. Просто вот эти вот. Просто фигачат. Но я сейчас пойду вот по заданию Блэквола и разрыв в завесе. Закрою очередной разрыв в завесе. Это вот там вот как раз. Вот там впереди. Где какие-то флаги стоят. Да. Железный бык, честно говоря... По ощущениям, не оправдал возложенных на него надежд.
Стоит ли брать с собой милишника Коула или делать из сэры милишницу, не знаю, или просто брать с собой сэру для того, чтобы лазить с ней. Так, а как вот здесь оттуда пройти, интересно? Видимо, надо где-то дальше обогнуть. Ну, давайте обогнем. Вообще, пустоши небольшие. Давайте лучше пустоши осмотрим. You know, Seeker, I really like hitting things. Пустоши-то небольшие. Окулярум. Тоже там. Следам церкви. Тоже там. Но сначала вот я здесь осмотрюсь. Тут, видимо, тупик, потому что... Такой своего рода. Опять люстр. О-о-о-о, лагерек. Лагерек, так-так-так. Пустой. Совершенно не хранящий в себе ничего интересного. Так, а вот там вот дальше можно спуститься? Ой, чё-то как-то... Ой, как-то стрёмно. А можно туда вообще? Нельзя. Слава богу. Низко... Ах ты как. Ну ладно. Но сначала я вот эти развалины осматриваю. Я просто думал, что там какой-то как бы, ну, виднеется замок. Все так аппетитно. Тут это Феникс должен шарить. Возможно, даже необычный. Тут ничего. Просто камни. А жаль. Хотелось обнаружить что-нибудь такое необычненькое. Чьи-то останки. О, вот это вот уже интересно. А более тут ничего, да? Угу. Ну ладно. А где церковная-то фигня? А, там. Ладно, с ней потом разберемся. Сначала вот сюда. Налетчица белый коготь 15 уровня. Что, меня спалили? Да вроде меня не спаливали. Пират, ну давайте пирата. Ой, случайно нажал. Я не хотел. Сейчас Тайзен Виза выйдет где-нибудь. О, вот она вышла. И не одна даже. Разрывным. Все. Вот так их надо успокаивать. Тронутый тенью бархат. Клёво. Люблю, когда находится что-нибудь тронутая тень. Ну, просто потому что приятно. Бархат. А теперь время добычи. У меня же все. Инвентарь-то все. Ё-моё, как неприятно. А что тут показывает несколько штук? А, понятненько. Записочки. Записочки. Ну, тут люстр. Тут тоже что-то торчит. Лазурит. О, лазурит берем. У меня его не так много, я его ранее не находил. Куда? Давай наверх. Так. Здесь тоже ничего нет. Ну, давайте тогда пробьемся сюда. Дориан. Вся надежда на тебя. По следу церкви миссия завершена. Оу, а что же там внутри? Ребят, мы узнаем уже в следующей серии. Огромное спасибо вам за внимание и до свидания.